Семенна. Примите самые теплые искренние поздравления с 71-й годовщиной Великой Победы. Вам, ветеранам Великой Отечественной, мы и грядущие поколения обязаны своей жизнью, возможностью работать, растить детей, любить Родину, ценить мир. И сколько бы лет ни пришло триумфальный мая 1945 года, благодарные потомки всегда будут чтить подвиг верных сынов отчизны, тех, кто сражался на передовой и партизанских отрядах в подполье, кто держал бессмертную трудовую вахту, кто выстоял и победил в самом жестоком сражении в истории человечества. От души желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. Президент Российской Федерации Путин.